уважаемые гости и дорогие наши новобрачные! Сегодня мы волнуемся вместе с вами и хорошо понимаем, какой ответственный праздничный день у всех вас. Мы рады приветствовать на торжественной церемонии и вас, дорогие гости, на церемонии двух близких вам людей. И надеемся, что сюда пришли только счастливые люди. Люди, желающие идти по жизни вместе. Дорогие наши Алексей Сергеевич и Анжелика Николаевна, в вашей жизни сегодня состоится новое и яркое событие – регистрация брака. Сегодня вы впервые назовете друг друга мужем и женой. И эти слова надолго станут спутниками вашей жизни. Соблюдая торжественный обряд и в присутствии ваших близких и родных, я обязана спросить вас, является ли ваше решение вступить в брак взаимным и добровольным? Прошу ответить вас, Алексей Сергеевич. Да. Ваш ответ, Анжелика Николаевна. Да. С давних времен о святости брака напоминают обручальные кольца. Они знак верности и непрерывности брачного союза. Прошу вас, наденьте друг другу обручальные кольца. И пусть они напоминают вам, что рядом всегда есть человек, который будет дарить вам всю свою любовь и нежность. Алексей Сергеевич. Анжелика Николаевна. Сегодня в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак зарегистрирован. Спасибо. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга поцелуем. Ну что ж, друзья мои, шикарный повод, прекрасный вечер. Но мне кажется, мы кое о чем забыли. О чем это мы забыли? Ой, что-то мне стало горько. Мне стало нестерпимо горько. Жених, невеста, надо бы посластить. Горько! 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 Убери ты этот шарик. А, как я ей? Чего? Апельсин. Ну что, правда? Ну, убери, ну, что ты? Ты же, по-моему, свадьба удалась. Давай, спасибо тебе огромное. Какой ты молодец, как ты все здорово сделал. Ну что, для меня это удовольствие. Это ты молодец, что настоял на свадьбе, потому что, Сереж, в этой молодежи вообще какая-то странная история. Они не женятся, а просто так живут. Да ты ничего не понимаешь, как тебя называется, знаешь как? Проверить свои чувства. Надо их проверить, да? Поживут, проверят как следует. Ну, а потом, вот, да, регистрируются, потом детей рожают. Ну, тогда. Да, правильно, правильно. Вот, между прочим, такой подход к браку говорит о цивилизованности общества, к серьезному отношению, к институту брака. Сереж, ты можешь попроще, ты не на лекции? Не знаю, что там с институтом брака. Но если бы Лешка не решил жениться, он бы, наверное, меня сильно разочаровал. Просто элементарный уход от ответственности. Получил, да? Потрясающе. Получил. Смотрите, какая у нас невеста, Крась. Красивая. Ой, божественная. Ой, Ирина Петровна, вся в вас прям. Как же нашему Волтусу повезло. Третий подарок в жизни. А первые два кто? Как кто? Мы с папой. Ну, а кто? От папы неземная красота, часть интеллекта. Да. Неземная красота. А я его вот 100 лет не видел. Ты там же работаешь, да? Вы когда с Кирой разошлись, я только потерял из виду совсем. О, вот это новость, развелись. Такое спокойно преподносит.
Любаня, когда люди не живут уже 10 лет вместе, им штамп в паспорте даже очень даже необходим. Да, Сереж? Да, да. Ну, что касается меня, я все там же. Кафедра, старший научный сотрудник. Молодец. Ну, ты знаешь, стал много публикаций. А сейчас, по просьбе молодоженов, звучит музыкальный подарок для родителей. Прошу! Люди, пойдем. Так что там насчет штампа? Когда он бывает нужен? Ну смотри, допустим, ты моложавый, вполне симпатичный преподаватель, демократичный. Там у тебя студентки, аспирантки. И вот эти самые студентки-аспирантки вдруг узнают, что их моложавый преподаватель разведен. Они же тебя на клочки порвут. Да. Хорошо, положим, со мной все ясно. Тебе-то он зачем? Ну, как зачем? Вдруг за мной начнет ухаживать какой-нибудь молодой симпатичный. Ну, во-первых, то, что у тебя нет никакого молодого симпатичного, это у тебя на лбу написано. Да. Прочитать это могу только я. Это почему же? Ну, хорошо, я тебе объясню. Во-первых, я у тебя один такой. Это не может не радовать. Во-вторых, как тебе сказать, ты привыкла к мужскому обожанию. Ты привыкла к мужскому вниманию. Ты ведь знаешь, только пальцем щелкнешь, сразу вокруг тебя эскадрон. Тебе просто достаточно знать об этом. Вот и все. А в-третьих, ты не дура. Спасибо. У тебя мужской ум. И это отличает тебя от других женщин. Ты недостатки человека видишь раньше, чем его достоинства. Ну и в-четвертых, если уж говорить